This is a map of a galactic system. It's not a Milky Way, it's a wrong name. Its name is taer, and it's Khao-Eill, it's Khao-Eill. And this is one part of the big spiral-like galaxy on the system. My vintage map in Kisan is created in 1990. Everything I know is in, will be in my book. It's an Ameynra Art Part 3. Я не только хочу показать, что я знаю несколько языков, английский, русский, и то, на чем я здесь написала. Я знаю также и майя, и древние транскрипции. Я изучала это несколько лет. Но сейчас металл — это больше моя жизнь, меня это больше интересует. А то, что я знаю, я это буду рассказывать только в книге, и только когда это будет иметь значение, когда это будет иметь.